Анонс и дата выхода нового многосерийного сериала «Дурная кровь». Премьера нового сериала состоится весной на канале ТВ3. Максим не подозревает, что принадлежит к двум совершенно противоположным мирам. Он не задумывается над своей биографией, в которой существует немало тайн и секретов. Благодаря приемной родительнице парень получил достойное воспитание. Является честным и открытым. Мягкий и добросердечный парень прекрасно ладит с людьми, заводит знакомства со сверстниками и погружается в проблемы подросткового поколения. Представитель молодежи не может избавиться от странного ощущения, которое усиливается с взрослением. Он старался избегать конфликтов и никогда не вступал в противостояние с окружающими, но внезапно понимает, что в нем просыпается сила, передавшаяся от биологических родителей. Мировоззрение Макса приобретает иные черты и начинает меняться. Одновременно с восприятием действительности он проводит собственное расследование и узнает неприятные вещи, касаемо родной матери. Непредвиденные обстоятельства, возникшие на жизненном пути парня, заставляют обладателя темных сил выбирать между добром и злом. Только от его желания и направления зависит жизнь самых близких людей. Для правильного определения Максиму предстоит долгое путешествие в разные параллели. Премьера сериала состоится весной на канале ТВ3. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.